Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор каталога Oriflame номер 8. Я сейчас держу в руках бумажный каталог 7 и уже жду со дня на день получу 8 каталоги, но так как их нет, мы будем смотреть в электронном виде каталог, и по традиции я вам покажу продукты, которыми сама пользуюсь, которые в нашей семье не просто стоят на полочках, а наши любимчики. Я вам дам рекомендации по продукции, что лучше заказать, как подбирать продукции для себя и своих близких. Желаю вам приятного просмотра. Каталог номер 8 начнется 6 и закончится 25 июня, ровно 3 недели. Давайте посмотрим, что в этом каталоге интересного, привлекательного. Внимательно всегда прочитывайте все заголовки, потому что здесь бывает очень много полезного. И начинается каталог с классного предложения. Это крем для лица мультифункциональный с SPF 50, серия Optimals. У этого крема объем 30 мл, тюбики, стоимость при покупке 2 539 рублей. Я в прошлом году заказывала себе такой крем на лето, потому что высокий SPF, очень удобно и цена адекватная. Я могу вам сказать, что крем очень понравился, он впитывается классно и действительно напитывает кожу, и не появились пигментные пятна, что для меня очень важно. Так что в этом году тоже хочу его повторить, закажу. В серии Optimals есть средство для очищения и тонизирования, то есть успокаивающий тоник и выравнивающий тон кожи. Отлично подойдет тем, кто страдает пигментацией. Есть дополнительные, как я называю, гаджеты. Это спонж-коньяк с углем для умывания и щетка для очищения. У нее очень такой приятный набивной мягкий ворс. Она хорошо вспенивает очищающие средства, и кому нравится глубокое очищение, чтобы поры почистить, особенно у кого жирная кожа, конечно, любит такую щеточку. Серия антивозрастная для женщин, кому уже 35+. Мы рекомендуем серию Optimals. У нее красивый дизайн, такой яркий, насыщенный, взрослый, я бы так сказала. И везде действует акция. При покупке 2 у нас скидка. Полная серия против пигментации, очень популярная серия, у меня ее часто заказывают, и девушки говорят, что хорошие результаты. Я сама вывела, кстати, пигментные пятна благодаря этой серии. И вам хочу порекомендовать продукт из серии Urban God на 3D. Это средство, я бы сказала, это и тоник, и термальная вода, и для освежения, и под макияж, то есть все что угодно. Очень удобное такое идет распыление. Так, как бы на компьютер не пользуюсь. Мелкое распыление. Я с удовольствием пользуюсь практически чуть ли не каждый день, и надолго хватает. И в лето, конечно, это незаменимый продукт, прям рекомендую, девчонки, классная штука. И в целом серия очень нравится, особенно очищающее средство впечатлило. Ночной крем, я даже не могла его отличить от ночного экологен. Если бы мне вот дали баночку без надписи, то я бы подумала, что это один и тот же крем по консистенции. Так что серия очень популярная. Единственное, что мне здесь не понравилось, сыворотка. Сама сыворотка классная, но пипетка постоянно у меня откручивалась. То есть если брать с собой, или вы долго используете продукт, то это не очень хорошо, потому что он практически постоянно стоял открученный. Я не знаю почему, я туго-туго закручивала эту крышечку, но утром брала сыворотку, и она уже стояла открученная. И так было каждый день. То есть это какой-то вот дефект именно самой крышечки. Я не знаю, у кого-то так еще было или нет, напишите тоже в комментариях. Кстати, классные цены, я могу сказать, что это вот с кем-то надо обязательно кооперироваться, договариваться, брать продукты, чтобы, например, кому-то нужен крем, вы возьмете себе термальную воду или что-то другое. Далее маски. Маска для глубокого увлажнения кожи. Заказывала себе один раз, честно говоря, маска так понравилась, просто классная. Но у меня огромный запас, поэтому пока пропущу, а так я бы на самом деле взяла. Не вижу большой разницы между этой маской и масками Novage. У нее состав просто потрясающий. Вы можете открыть сайт, перейти вот на описание этой маски и почитайте состав. Это просто супер по такой цене, классная маска. И две маски в баночках, вот таких стеклянных банках. Мы их очень любим, особенно вот понравилась маска с углем. Она идет для очищения, для глубокого очищения кожи, но подходит для всех типов. То есть если вы переживаете, что у вас там пересушит и так далее, не переживайте. Что важно делать? Маска подсыхает, потому что она с глиной.
И нужно брать спрей, и если вы чувствуете, что на коже маска подсыхает, возьмите и распылите немножечко воды на коже, чтобы увлажнить маску, чтобы она не сохла, тогда она будет лучше работать. Вторая маска увлажняющая, тоже идет для всех типов кожи. Шикарная маска, она гелевая такая, практически прозрачная, на коже незаметная, легкий-легкий аромат ягод. Ну, в общем-то, маска классно увлажняет, тоже ее периодически заказываем. Обратите внимание, действует предложение. За 59 рублей можно заказать набор из 3 пробников. Здесь перечислено, какие именно пробники входят в этот набор. Удобно дарить клиентам. А вот, кстати, интересное предложение. Набор за 399 рублей. В набор входит бальзам для губ серии Essentials. 4-5 грамма. Да, очень, он большой. Я брала такой бальзам, он очень большой. Мини-крем для рук 30 мл. Маска скраб 2 в 1, 75 мл, она еще и с осветляющим эффектом. И мыло для лица и тела тоже с осветляющим эффектом. Оно мягкое, нежное. У меня дочка умывается таким мылом, ей очень нравится. И на мой взгляд, приятная цена получается. Если разделить цену на все, то здорово. Особенно если у вас есть скидка 20%, то получается очень выгодно. 320 рублей на 4 продукта. Пожалуй, надо брать. Здесь меня порадовала эта страничка. Я уже листала каталог, конечно же, когда собирала продукцию. Но, во-первых, смягчающий крем-йогурт. Очень вкусный, классный крем. У меня дочка им пользуется. Уже, по-моему, 3 баночки она опустошила. И он действительно подходит. Мягкий, нежный, питательный. Для молодой кожи идеальный вариант. Он с органическими ягодами, приятно пахнет, у него такой цвет приятный, сиреневый. Я не стала лазить у дочки, чтобы взять крем где-то у нее в косметике, вот, поэтому верьте на слово. А вот про эту страничку я хочу вам рассказать немножко поподробнее. Здесь у нас выходит 3 новинки, 3 маски для лица, объем 30 мл, то есть они небольшие, в тюбиках, очень удобно. И первая у нас идет увлажняющая маска с гранатом, вторая очищающая маска с вербеной, и третья это восстанавливающий скраб для лица с клюквой. То есть можно заказывать по одной, можно парами, выгоднее брать четное количество, например, 2, 4, 6, 8 и так далее. Опять же, я, естественно, буду их брать, потому что я очень люблю маски Oriflame, и серия Love Nature меня полностью устраивает. У меня есть все маски из этой серии, я их очень люблю, все чередую. Масочки очень полезные для кожи, если вы хотите сохранить молодость, красоту, чтобы кожа была все время чистая, ухоженная, мягкая, гладкая, чтобы поры были не расширенные, не было сухости и так далее, то есть чтобы она сияла. Маски — это наши помощники, уход уходом, а маски — это дополнительный очень важный уход. Средство смягчающее с маслом семян клубники. Как раз вот у меня сейчас это средство есть. Аромат настолько нежный, но вот не пахнет прям, вот клубника не пахнет, пахнет каким-то вот сливочной карамелью, чем-то таким десертным, приятным. Но нет, это не клубника, 100%. Я почему-то ожидала, что будет прям аромат живой клубники. Этого здесь вы не найдете. А то бывает так, ожидание одно, а на деле происходит другое. И вот мы потихонечку подошли к декоративной косметике. Этот раздел я очень люблю и вижу, что у нас появляются новинки. Давайте посмотрим. Так, гель-лак, это у нас уже был в коллекции с закрепляющим покрытием. Кстати, закрепляющим покрытием я пользуюсь сейчас для сушки. То есть просто любой лак очень здорово сушит и дольше держится. Новинка — тени карандаш. Смотрите, с одной стороны это будет карандаш для стрелок, а с другой стороны стойкие тени. Потрясающий вариант. Будет в двух оттенках. Один каким-то фиолетовый идет, а второй, по-моему, как-то вот зеленый, изумрудный, такой вот глухой, глубокий цвет. Но не очень хорошо видно на компьютере, вот на картинке. Я надеюсь, скоро получу бумажный каталог, и там будет видно уже лучше. И следующая новинка — стик для макияжа. Будет выглядеть стик вот так. То есть у нас уже было 4 стика, это румяна, а здесь у нас появится средство, которое можно носить и на губы, на щеки, и хотите даже куда угодно. В общем-то, оно хорошо растушевывается, и, в общем-то, удобно. Я считаю, это очень удобно, когда и губы, и щеки можно одним средством покрасить. Поэтому рекомендую. И у него большой объем, 6 грамм, хватит надолго. Раздел ароматы. Здесь
Экла феми викенд. Даже не феми, экла фа фам фа. Экла фа викенд. Даже забыла, как правильно читать. Шикарный аромат. У него шлейф очень красивый звучит. Фруктовые ноты. Его нужно однозначно тестировать. Любой аромат вы находите где в конце описания аромата код пробника. Закажите пробники. Я не буду вам сегодня рассказывать про ароматы, потому что это будет обзор каталога на 2 часа. Я просто сразу вам скажу, если мне аромат очень нравится, я вам про него очень вкусно расскажу, не факт, что он вам подойдет. Он, может быть, вам тоже будет нравиться, но на вас аромат может раскрыться так некрасиво, и будет у вас от него просто ну, какая-нибудь головная боль или еще что-то. Поэтому пробники нам в помощь, заказываем, тестируем и наслаждаемся ароматами. Так, быстро лиснулся. И здесь еще крем парфюмированный, то, что я очень люблю, когда аромат и крем для тела, и дезодорант, все в одном стиле. То есть одноименное все должно быть, это очень хорошо. Удобно, маленькие, по 8 миллилитров ароматы, такие вот мини, как такие, как в форме ручки, чуть-чуть побольше, чем ручка. Удобно носить с собой, брать дорогу в путешествие. Если вы работаете дома, у вас стоит, например, большой флакон Eclat Mon Parfum, а на работу вы берете с собой маленькую упаковку. Это очень здорово, я всегда вот за то, чтобы с собой ничего лишнего не таскать. Серия Scents and Moments вышла не так давно, но если сравнивать серии Discover, то мне Discover нравится больше, и даже Love Nature мне нравится больше, хотя здесь чудесный гель, у него, кстати, классный аромат, я вам показываю тот, которым сейчас пользуюсь, у меня грейпфрут. Но вот сказать, что он очень богатый аромат ванны, что он долго чувствуется, я не скажу. Пенка, но обычная хорошая пенка. Почему-то мне гели Discover нравятся, честно говоря, больше. Но вы пробуйте сами, сравнивайте, потому что, ну, может быть, вам наоборот эти больше подойдут. Мыло отличное, мыло брала уже несколько вариантов, пользуемся, нравится. Мыло в Oriflame просто потрясающее. Я считаю, что мыло, тем более по 59 рублей, классная цена в этом каталоге, можно запастись, потому что такого мыла не найти. Оно не раскисает в мыльничке, оно дает классную такую душистую кремовую пеночку, которая увлажняет кожу. От мыла просто восторг. Вот, вот эти гели я очень люблю. И, кстати, здесь, смотрите, по 400 миллилитров и 189 рублей. Вот еще сравниваем всегда цену. Здесь у нас получается 139 рублей, если брать 2, и по 250 миллилитров. А здесь у нас 400 миллилитров, 189 рублей. Посчитайте, мне кажется, это выгоднее. Гели концентрированные, густые, классные, оба вкусные. Берите на любой вкус, тем более дачный сезон начинается, лето. В душ в любом случае ходим чаще, поэтому расход геля будет большой. А вот мыло ладошка, то есть оно прямо вот в форме ладошки, оно очень вкусно пахнет абрикосами, то есть это вот просто или персиками. Тут написано с ароматом фруктового сока, но это вот просто вот аромат спелых-спелых душистых абрикосов, рекомендую. Если вы засматриваетесь на эту вот рукавичку, перчатку массажную для купания, я рекомендую брать две. Я беру две, одну на одну руку, другую на другую, выдавливаю гель, вот так вспениваю, и начинаю купаться сразу двумя руками. Это бесподобно. Бесподобно удобно, стихами говорю, потрясающие рукавички, долго вам прослужат, перчатки вернее, поэтому будьте ими очень довольны, а потом вспомните меня, если возьмете одну, скажете, эх, зря две не взяла, было бы лучше, я плохого никогда не посоветую. Смотрите, мужская серия, здесь у нас крутое мыло, шампунь для волос и тела, то есть мы купаемся, пена для бритья, увлажняющий гель после бритья, шариковый дезодорант, триммер, классный триммер, кстати, у Миши такой есть триммер, и есть парфюмированный спрей для тела 100 миллилитров. Спреи не стойкие, сразу вам говорю, что они вот такие вот для тела, именно после душа, чтобы вот просто вот все тело приятно пахло. Классная серия, очень популярная, цены, по-моему, просто огонь. Вот просто посмотрите, пена для бритья всего 229 рублей. Зайдите в магазин, посмотрите, сколько сейчас стоит пена. У вас будет, наверное, как у меня, обморок. Вот эта страничка всем в обязательном порядке.
как хотите, но если вы хотите долго сохранить молодость и красоту кожи и избежать, во-первых, и фотостарения, и неприятных, может быть, да, каких-то последствий от ожогов, от, ну, негативного влияния солнца, о нем все, мне кажется, уже знают, заказывайте себе солнцезащитные средства. В Oriflame они классные, проверенные, работающие. Мы когда летали в Таиланд, нам гид, когда мы только вот сели в автобус, гид сразу стал говорить, и первое, что он сказал: ребят, если у вас нет с собой солнцезащитного крема, то вообще не выходите из отеля, вообще не выходите, и покупайте 50, это минимум, с которым вы можете здесь загорать. Мы пошли и купили себе SPF 50, потому что у нас с собой был только, по-моему, 15 и 30, 2 я брала каких-то, ну то есть маленький SPF, и мы пошли купили SPF 50, по-моему, Nivea мы взяли, мы намазались, у нас обсыпалась вся кожа прыщами, то есть вообще мы просто были как, не знаю, как лягушата такие пупырчатые и красненькие. Мы его выкинули и начали пользоваться своими пятнашками, и, по-моему, 25, что ли, у нас было с собой. И мы не сгорели. Ребят, мы не сгорели, там реальное экваториальное солнце, оно жестокое, но мы не сгорели, у нас был красивый загар, хотя люди там ходили ужасные, и бордовые, и у кого кожа слоями отходила, и пятнистые, как леопарды. Но это действительно проблема. Наши средства работают, даже если вы возьмете какой-нибудь там 30, смотрю, даже сейчас таких маленьких-то нету, как раньше были, 10, 15 были, помните такое? И есть охлаждающее желе для лица и тела, чтобы потом вот все равно после душа смягчить еще влияние солнышка, охладить немножечко. Аксессуары. Я не заказывала сумку, потому что сумок у меня очень много, и коврики, вы сами посмотрите, здесь, конечно, ну, все классное для пляжа на сезон. Мы заказали Мише очки. И я их выкладывала, кстати, в своем телеграм-канале, показывала, как они на мне сидят, фотку, и как на Мише. Кстати, мне на Мише очень нравится, а вы написали, что на мне тоже круто, хотя мне не понравилось. Я не люблю такие вот четкие грубые формы, я люблю более такие вот какие-то классные. Они очень легкие, хороший пластик. У Миши до этого были очки синие, они, наверное, года 4 у него были, но уже они все просто вот все начали затираться, уже вид такой не очень красивый. Поэтому очки очень кстати, и они качественные в Oriflame, очень хорошее качество у очков. Поехали дальше. Ха-ха, моя любимая серия. И тут новинка. Love Nature выпускает у нас шампунь для жирных волос. У нас уже была серия для жирных волос, тоже с лимоном и, по-моему, с крапивой. А может быть, я ошибаюсь, не помню. Но с лимончиком было. Реально работает серия. У меня девчонки брали, у кого жирная кожа, постоянно перезаказывают, потому что нравилось. И сейчас будет новинка, жалко, что вот нету, потереть странички, очень хочется вдохнуть этот цитрусовый такой свежий аромат. Но я думаю, что будет тоже популярная серия, тем более, что здесь по акции идут скидки дополнительные. И серия, смотрите, Love Nature с кокосом и с пшеницей. Тоже вижу, здесь есть обновление, появилось масло питательное для сухих волос с органической пшеницей и кокосом. 399 рублей 100 миллилитров. Вот это я возьму обязательно, потому что мы с дочкой очень любим маслами пользоваться для волос, чтобы волосы были более мягкие, напитанные, чтобы кончики не сохли. И здесь, посмотрите, есть питательный шампунь, есть маслице вот такое маленькое в тюбике, его надо горячим делать, то есть класть в стакан с горячей водой потом на волосы. И есть питательный кондиционер тоже для сухих волос. Для купания мыло и гели, тоже обновленная серия. Я заказала себе, кстати, мыло, в тот раз их открывала при распаковке и нюхала. Вот мыло с кокосовой водой и дыней, оно не изменилось по аромату, оно также вкусно, ярко пахнет, я просто в восторге. А вот от абрикоса я ожидала прям вот, что будет абрикосом пахнуть, но видно, органический овес он как-то смягчил. Я абрикоса не чувствую, я вообще не чувствую, просто чувствую приятненький нежный аромат. Но чтобы сказать, что это фруктовый абрикосовый драйв, нет, этого не случилось. Так, и здесь еще есть крем,
крем для тела. Крем я такой не заказывала, и вот пропустила тальки. Тальки нужны всем, у кого натирание летом происходит от жары, потеют, например, ноги трутся, или руки об тело, или под грудью вот надо посыпать тальком, чтобы не было потнички, чтобы не было дискомфорта. И мне тальки очень нравятся в Oriflame, у меня даже у самой есть, ну, правда, у меня с сандалом я взяла, я не знаю, почему-то я думала, что там будет так классно, но для меня аромат слишком тяжеловатый на лето, поэтому я бы вот лучше взяла лаванду и мяту, например. Цветочные я не люблю, а вот мята было бы самое то. Ну, уже взяла сандал, буду еще и им пока пользоваться. Крутой набор, 3 крема по 30 мл, дизайн бомба. Вот просто, у меня других слов нет, извините, я сегодня такая эмоциональная, но я правда очень люблю этот набор. Я считаю, что это прекрасный комплимент кому-то сделать. Подарок или дополнить подарок, себя побаловать. Это красиво, это очень эстетично, сама коробочка бесподобно оформлена. Я как художник, акварелист, я это вот оценила из 100 баллов на 100, 100-500, потому что очень классно. Качество кремов очень хорошее, то есть они впитываются прекрасно. Они нежные, у них хороший аромат. Здесь сирень, потом гордения и роза. То есть три аромата самые такие вот прям популярные. И есть крема отдельные по 75 мл с алоэ вера и второй с кокосовым маслом. Хотите такой, хотите такой. Мне оба нравятся, тоже заказываю все. И в ассортименте по 195 рублей с маслом граната, с розовым маслом, с маслом черники, смягчающие средства. А вот то, которое у нас первое вышло в Oriflame, с чего началось производство Oriflame, это смягчающее средство маленькое, вот такое розовое, без ароматов, то есть вообще без запаха, оно идет без скидки, 280 рублей. Для гигиены. Снова моя любовь, это гель для интимной гигиены. Я люблю именно вот почему-то успокаивающий, мне нравится, я его чаще всего заказываю. Гель большой объем, у него 300 мл, надолго хватает, очень удобно то, что он с дозатором. В общем-то, для интимной гигиены это просто как необходимость, на мой взгляд. Я уже мылом давно не пользуюсь, просто даже не представляю, как это сделать. А если вы хотите побороться с целлюлитом, да, и для, если кожа не такая упругая, как хотелось бы, то вот два средства антицеллюлитное и для упругости груди и живота. Два очень подходящих геля. Если ими пользоваться по системе каждый день, регулярно, то эффект будет. Если делать это как я, от случая к случаю, то, конечно, эффекта будет ноль. Поэтому тут надо прям поставить себе цель избавиться от этой проблемы, и тогда все получится. Зубные пасты для детей и два варианта щеточек, и для взрослых. Зубная паста отбеливающая и чувствительная. Чувствительная чуть поменьше, обратите внимание, здесь 100 мл, а здесь 75. И классные щетки, сейчас новые щетки, мне очень нравятся. Просто вот прям вот идеальная щетка для меня, именно такая вот. Нежненькая, не жесткая, очень мне подходит. А что хочу сказать про пасты? Я их обожаю просто. Они оформлены шведскими, ассоциацией шведских стоматологов. Паста классно работает. И вот у меня недавно была ситуация, рассказывала, что даже к врачу ходила. У меня повысилась чувствительность зубов, и просто реагировали на все. И она посмотрела, сказала, тебе нужно просто пасту для чувствительных зубов. Порекомендовала мне аптечную какую-то, но я попробовала нашу, которая мне изначально как-то не очень понравилась. И я сделала аппликации на зубы. Минутки 3-5 прям я не помню, сколько я продержала. Раз, потом второй раз сделала на следующий день. И чувствительность ушла. А теперь я просто вот пользуюсь этой пастой периодически, мне очень нравится. И она здорово мне помогла, поэтому всем теперь рекомендую. Для самых маленьких. У нас есть серия Baby O, то есть это прям груднички, с первого дня рождения можно пользоваться. Тоже средства идут по акции, любые три, с хорошей скидкой. А уже когда они у нас подрастают, малыши, то мы им можем уже и ароматы предложить, и гель, шампунь для душа, для мальчиков, для девочек. Пахнет очень вкусно, я даже сама влюблена в эти ароматы, и всегда говорю, я бы с удовольствием сама ими пользовалась, потому что они очень крутые. Серия Botanicals на 95% натуральный состав.
И это мне очень нравится. И экстракт жимолости придает такую кислинку, очень приятный вкусный аромат. Это средство для мытья рук, для купания. То есть я его и как мыло использую, и мы с ним купаемся. И для ухода за волосами шампунь, и есть кондиционер в тюбике, тоже с откидной крышечкой, то, что очень удобно. И эти средства я называю как живительная сила для моих волос, потому что у меня волосы после этих купаний именно с Botanicals, у меня они просто оживают, мне очень нравится. И есть мыло, оно обновляющее, у него там такие какие-то вкрапления интересные. И мне нравится этим мылом намылиться, хорошо-хорошо прям вспенить, и оставить его на несколько минут на коже, а пока щеточкой почистить там ножки, пилочкой потереть их. И потом уже беру мочалку и начинаю это все размыливать, и кожа просто вот сходит, как будто в баньку сходила. А вот у кого проблема, если волосы выпадают или плохо растут, то это вот серия специально для, то есть, вернее, против выпадения волос, чтобы укрепить волосы, работает буквально с первого раза. Вот первый раз помыла волосы, сразу увидела, что на расческе стало меньше волос. И рекомендуется именно брать серию и шампунь, и кондиционер. И если проблема серьезная, то обязательно возьмите тоник против выпадения. Его нужно нанести на прикорневую зону, помассировать и оставить. Его не надо смывать. То есть его наносят дважды в день для хорошего результата. У нас мастера работают, извините, если вам слышно немножко, но другой возможности записывать видео у меня не будет. Серия Hair X также здесь есть для окрашенных волос. Классная щетка для распутывания. Средство для укладки. Спрей блеск, термозащитный спрей и круглая такая расческа, у кого волосы, кстати, не очень длинные, то она очень здорово помогает вот сделать объему прически. У меня когда была покороче стрижка, я им пользовалась. Для ног что порекомендую? У нас есть крем для загрубевшей кожи ног, отшелушивающий крем. Есть у нас сыворотка, размягчитель для мозолей и натоптышей. Вот этим я пользовалась, мне очень понравилось. Дезодорант, антиперспирант 36-часового действия. Но тут какие цены, все равно, как, по-моему, высокие. А здесь у нас есть гель для снятия тяжести в ногах. Смотрите, вот такой гигант, 150 мл. Он круто работает и нужно носить именно на ступню и до колена. То есть, если у вас идут отеки и ноги некомфортно себя чувствуют, то вот прям не экономьте. У него вот он просто гель, он очень хорошо наносится. Сразу охлаждающий эффект идет, легкость, такая классная легкость. А если вы еще ножки вверх поднимете чуть-чуть, чтобы помочь, да, вот кровоток, чтобы наладился, будет просто прекрасно. А если у вас очень сухая кожа ног, то классная увлажняющая маска для ног. И еще у нас раньше были носочки такие хлопковые, я их сверху на ножки натягивала поверх маски, и это было очень круто. То есть такие ножки гладенькие. Но сейчас почему-то ни носочков, ни перчаточек я не вижу. Для маникюра здесь у нас сыворотка для ногтей, ночная маска, укрепляющее покрытие, кстати, мне вот нравится, и мое любимое масло для кутикулы. То есть чтобы вот всегда выглядели ухоженные ногти, вот это масло, оно у меня было ровно год, при том, что я пользовалась регулярно, так надолго хватило, я удивлена была просто. У меня вот только закончилось, я бросила в пустые баночки. И крема для рук, это для тех, кто любит тяжелую артиллерию, то есть они такие вот, я их называю сытенькие, то есть это густые крема, они насыщенные, они напитывают руки очень хорошо, особенно очень жирный крем, мед и молоко. Вот кто любит прям, чтобы жирно-жирно, то это ваш идеал будет. Для снятия лака самое лучшее средство, у меня, видите, заканчивается, но у меня уже целый стоит. Ух ты, какая цена хорошая! Вот реально прям вот невысокая цена в этом каталоге. Рекомендую, потому что снимает любые лаки, блестки, какие угодно, на раз-два просто. Есть здесь базовое покрытие пленка и базовое покрытие для ногтей. Вот базовое покрытие пленка — это под лак, чтобы потом вот так просто снять вместе с лаком. Но я брала предыдущую версию, честно говоря, мне не понравилось, потому что я снимала, было очень круто, я радовалась, а потом у меня ногти так испортились. То есть как будто вот
все равно вот эта сцепка же идет, и снимаешь пленку, и все равно травмируется пластиночка ногтевая. Поэтому я от этого средства отказалась. А вы сами смотрите, как вам. Что здесь еще? Вот базовое покрытие для ногтей, это полезно, это польза. А потом, ну, здесь лаки пошли для французского маникюра и закрепляющее быстро сохнущее покрытие для лака. Но, честно говоря, я брала такое и не заметила, чтобы вот прям он был классной сушкой. Предыдущая версия была круче намного. К сожалению, да, почему-то некоторые продукты бывают вот меняют, но они становятся не лучше. Лаки. Серия OnColor по 5 миллилитров, то есть они небольшие, быстро используете и новый возьмете, цена классная, можно взять прям несколько штук на лето, разные какие-нибудь цветные, и они за лето у вас используются, не успеют высохнуть. Лаки хорошие по качеству, и у них неплохая кисточка, по крайней мере в этих лаках кисточка очень даже приличная. Тушь для ресниц, кстати, вот эту тушь я давно не видела. Удлиняющая тушь, у нее такая необычная кисточка силиконовая, очень даже неплохая. А вот у этой туши OnColor, хотя она очень популярная среди моих клиентов, мне кисточка совершенно не подошла, у меня глаза чувствительные, и она для меня прям была какая-то царапучая, неприятная, но она популярная. Я не пользуюсь серией OnColor, поэтому я вас не смогу особо просветить. Какие-то продукты я, конечно, знаю. Отзывы клиентов есть, например, вот этот карандаш для бровей, он очень крутой. Я сама не пользовалась, но у меня клиенты говорят, что это бомба. Лучше, чем Джордани, им даже нравится. Ну, это, наверное, потому что цена здесь еще такая приятная. Отличные тени для макияжа. И карандаш для глаз маленький. 1,12 грамм. Обратите внимание, что они небольшие. А тени два варианта. Есть один вариант. Такие сиренево-серые, да, тона. И... Ну, то есть пастель и смоки. То есть смотрите сами, да, по картинке будет вам более понятно, потому что меня немножко отражает от лампы, я не совсем вижу, какие тут оттенки. Тональная основа флюид с ароматом персика. И что она делает? У нее очень слабая укрывистость, то есть ее задача преобразить кожу, то есть кожа как будто бы становится свежей, и там идет легкий перелив. Такой легкий, и у меня часто заказывают взрослые женщины, потому что кожа у них сразу выглядит, вот как будто бы они с отдыха вернулись. То есть, если мне нужна тональная основа, такая вот насыщенная, укрывистая, плотная, то это средство им очень-очень нравится. И матирующая тональная основа OnColor, я ее не пробовала. Матовая помада. У нас здесь несколько вариантов оттенков, 8 на ваш любой вкус. И есть адаптивный блеск для губ. То есть он сначала будет прозрачный, а потом станет ярко таким насыщенно-розовым. Кисти. Вот, кстати, я вам кисть хотела показать. Вот она. Она у меня, правда, мокрая. Я ей сейчас каждый день наношу тональное средство. И вот так вот хорошо видно, что здесь идет черный мелкий ворс, а длинный белый. И когда наносишь тональную основу, то получается, что вот этот вот верхний, он как будто бы ее вот так классно растушевывает. То есть этот уплотняет, вбивает так в поры, чтобы было все плотненько. А это ее так размахивает классно. Я сначала не очень поняла эту кисть, но потом приспособилась, и сейчас вот только ей пользуюсь. И мне нравится, что она так легко моется. То есть я ее каждый день мою перед применением именно. То есть я ее вымыла, чистенько набираю тон, и расход тона стал на треть меньше. И это мне очень понравилось. Так что классная кисточка, рекомендую. И у нас... Еще одна кисть, такую я не брала тоже для тональной основы. Фигурная кисть, спонжики для макияжа и мицеллярная вода. Серия со всом органическим и, по-моему, здесь ягоды годжи. И средства для снятия макияжа. Но если вы меня спросите, хорошо ли снимает макияж, то у меня не снимает. И здесь, кстати, его можно получить в подарок, это средство. Давайте почитаем. При заказе двух продуктов со страницы 78-87, мы сейчас как раз на 83, то есть можно из этих, кроме кистей для макияжа, аксессуаров и пробников, мицеллярная вода и смягчающее средство, какое-то одно из них вы можете выбрать себе в подарок. Представляете? Классное предложение, кстати, я вот его и не заметила.
Тональная основа. Одну вам покажу, которая у меня сейчас есть в использовании. Она, правда, для меня сейчас еще пока темновато, но, по крайней мере, я вам покажу, какая у нее плотность, чтобы вы поняли. Это у нас тональная основа адаптивная, матовая. То есть у нее остается такой матовый финиш. Но она у меня, видите, очень темная, поэтому можно, может быть, не будет немножко понятно. Видите, да, что она не очень плотная, то есть венка я все равно осталась, то есть такая же вот зелененькая венка просвечивает. Вот. Но тон мне нравится из-за того, что он легкий, матовый, хорошо лежит целый день, и у него небольшой SPF 10 есть, и, в общем-то, что еще нужно от тональной основы. Но если у вас кожа сухая, то лучше обратите внимание на Aqua Boost, соседнюю страничку. Вот эта тональная основа мне очень нравится, я ее просто обожаю, такая она классная, с ней кожа живая, кожа вот как будто бы вот после отдыха, тоже она невесомая, такая приятная, и там SPF 20. Вышла новинка, ультрапигментированная тональная основа в стике, я не заказывала, нет, это баловство для меня, сейчас я вот люблю тоналки, быстренько нанесла, но раньше, когда у нас был такой стик, конечно, я пользовалась, и мне очень даже нравилось. А вот выходит новинка, жидкий хайлайтер с голографическим эффектом, я вам покажу тюбик какой будет. В прошлом году или в позапрошлом у нас выходил такой хайлайтер, он просто у меня уже все прям практически высох, я им так с удовольствием пользовалась, потому что классный, смотрите, какой он дает сияние, но здесь он в желтинку идет, а вот этот будет в розовинку, это будет очень красиво, на мой взгляд, это лучший вариант для того, чтобы вот и придать вот эту холеность, блеск такой небольшой, и то, что розовое, оно всегда освежает, потому что золотой он немножечко как бы тяжелит. Ну, так вот, такое слово пришло на ум. Для кожи у нас также, смотрите, можно заказать в пробниках мультифункциональный крем-тон для лица Z SPF 30, серия The One. Чтобы попробовать, потому что дочка у меня очень любит вот эти именно AZ крема. Есть для придания сияние праймер и закрепляющий спрей для макияжа. Вот у кого кожа жирная и макияж вот плывет, обязательно возьмите на лето, это будет ваша палочка-выручалочка. Есть какие-то восклицательные знаки, можно, кстати, вы с телефона смотрите, на все это нажимать и читать, что там написано. Консилер, наконец-то мы добрались до моего любимого консилера, потому что он действительно у меня прям вот в любимчиках, я его использую каждый день, отлично помогает высветлить кожу, выровнять под глазками. Вот видите, какой он классненький. Давайте на другой руке покажу. Я его очень рекомендую, потому что он мне нравится из всех, которые я пробовала, наверное, все-таки больше всех. До этого был консилер тоже в серии The One. Он был более прозрачный. То есть видите, как хорошо этот перекрыл. И в то же время он легкий, он не подчеркивает морщинки. Вот, и нет венки. Видите, как классно. Прям, если у вас проблема есть такая, обязательно возьмите. Пудра. Меня часто спрашивают, Лили, какая пудра лучше, Giordani или The One? Но вот после того, как обновилась серия The One, я теперь затрудняюсь сказать, какая лучше, потому что она стала настолько хороша, просто, просто прекрасная. И у меня есть также и Giordani, я вам просто для сравнения сейчас покажу на чистой руке. У меня Giordani больше расход, знаете почему? Потому что мне иногда бывает лень пользоваться тональной основой, а так как она вот более светлая, это, видите, потемнее, а это более светлая. У меня получается вот это, я могу ей просто нанести ее на кожу лица, и у меня будет идеально ровный тон кожи. Сейчас посмотрим, какие у меня оттенки. Giordani у меня Light Ivory 37 на конце, а здесь тоже Light 48 на конце. Посмотрите, какая вам больше понравится, ту и заказывайте, потому что обе хорошие. А еще же по цене нужно смотреть. Здесь пудра 599, Giordani она 100% будет дороже. Также смотрите, новые кисти, я их не заказывала, зеркальце раскладное здесь у нас есть.
Дальше идут тональные основы Джиордани. Вот у меня недавно закончилась с пребиотической сывороткой, я ее всем хвалила, потому что она настолько хороша, просто прекрасная тональная основа. А есть также роскошный атлас, тоже классная. То есть в Джиордани все тональные основы хорошие. Вы просто смотрите, например, если для вас важно, чтобы был SPF, смотрите, где выше, здесь 15, здесь 10. Смотрите, может быть, какие-то, ну, состав, потому что есть минеральная, кому-то минералы не подходят. У меня есть одна клиентка, ей вообще никакая косметика с минералами не подходит, ни тени, ни румяна, ни пудры, то есть это просто под запретом. Вот, кстати, я вам пудру уже показала. CC-крем Giordani Gold, вот такой классный CC-крем, два оттенка. Новый матирующий ролик, его можно мыть, то есть он будет долгоиграющим, я не знаю, насколько его хватает, но то, что он уберет моментально жирный блеск, его потом можно помыть и опять туда вставить, и он дальше будет работать, это, конечно, лайфхак, прям очень удобно. Туши для ресничек, я вам покажу Giordani одну тушь с изогнутой кисточкой, но я к ней так и не приспособилась, но вот кисточка все равно какая-то дурацкая. Ну и не знаешь, как подлезть, и так, вроде бы состав-то у туши крутой, и хочется такой тушью пользоваться, но вот эта вот волна, напишите, кому понравилась эта кисточка, кто ей с удовольствием пользуется, я вот ее держу только для демонстрации, чтобы вам показывать. Так, новинку я не заказывала, карандаш Giordani Gold у нас идет по какой-то спеццене, читайте, при покупке новой туши со страницы 89, то есть вы возвращаете, там находите какую-то новую тушь, мы что-то с вами пропустили, что ли, тогда карандаш вы возьмете со скидкой. А это, конечно, классное предложение за 199 рублей. Так, для губ вышел праймер, я тоже не пробовала. У меня был раньше праймер, но он у меня так и провалялся без дела, поэтому я решила, что праймера я заказывать не хочу. Далее у нас идет помада антивозрастная. На помаду у меня есть отдельный обзор, там все помады из этой серии я пробовала, и у меня от нее восторг. Это для матовой помады, она, ой, вернее, для антивозрастной помады она настолько оказалась интересная, на губах так приятно лежит. Далее у нас жидкая помада, у меня есть один оттенок, мой любимый, как раз теплый кашемир, надеюсь, он где-то здесь есть. Я его не вижу. Такое чувство, что его здесь нет. Жидкая помада. Неужели его убрали? Потому что это, наверное, самый лучший оттенок. Но я его не вижу. А, вот он, теплый кашемир. Слушайте, ну он у меня так отражается вообще бесцветные здесь, как будто губы. Посмотрите, какая красотень. И он очень стойкий, и он не будет так сильно сушить губы, некоторым вот матовые помады не нравятся, а он не будет так сушить, и он не отпечатывается даже на маске, то есть его нанести, он устаканится, да, встанет хорошо, и он уже не отпечатывается, наиприятнейшая помада. И еще у нас есть помада, новинка, увлажняющая помада, гель Giordani Gold, мне присылали на обзор, но такой яркий цвет, а я же не крашу такими яркими, редко-редко. Поэтому она у меня вот лежит практически, два раза я ей попользовалась. Ну, конечно, у меня впечатление от нее очень приятное. Вот я с ней побыла, она такая на губах классная. Дизайн какой красивый. Я бы хотела такую какую-нибудь светленькую, вот такую, или вот хотя бы, да, что-то такое. Я бы пользовалась каждый день, конечно. Люблю такие помады. Новинки у нас вышли в серии The One. Смотрите, каждая вторая помада 249 рублей. То есть первая 389, вторую докидываете в корзину, у нее будет 249 рублей. Если вы договариваетесь с кем-то взять по одной помаде, то складывайте цену и делите напополам. Получится вам выгодно. То есть и человеку будет выгодно, и вам выгодно. Или кому-то подскажите, закажите вдвоем, у вас будет больше скидка. Вот я люблю какие помады. Серия The One. 5 в 1 ультракремовая, как она мне нравится, как она лежит на губах хорошо, она увлажняет губы. Я, честно говоря, матовые помады не очень люблю, потому что я люблю, чтобы... Я вообще блески люблю. Вот чтобы на губах было просто легенькое, мягенькое что-то приятное. Но не всегда блески возможно использоваться, особенно когда был масочный режим. Конечно, мы все помады сложили куда-то, да, в сторону убрали и не пользовались. Смотрите, это... помада Cushion, вот это я люблю, посмотрите, как деликатно, мягенько,
Пахнет ванилью. Вот это классная штука. Что-то она у меня такая грязненькая. Извините. Давно не пользовалась, надо ее почистить. Мультифункциональный бальзам для губ AZ мне не понравился. Он горчит. Но это не значит, что у всех он горчит. Но многие писали, что горчит. Поэтому лучше не рисковать. Сами понимаете, все-таки даже 249 рублей, все-таки это тоже деньги. И вот тинты у меня тоже не прижились. Ну, во-первых, ими как-то вот надо пользоваться. Я сейчас вот нанесу на руку, а потом очень трудно будет снять. Гидрофильным маслом можно снять, но у меня его уже нет. Он у меня закончился, и я не хочу его повторять, потому что мне, ну, не очень этот продукт подошел, как бы, ну, не вижу в нем необходимости. То есть мы наносим тинт, он впитывается, и уже его ничем не отмоешь. А если вы на щеки переборщите, то есть чуть лишнего добавите, то все, щеки будут у вас яркие-яркие и никуда не денется, пока не смоете. Поэтому я не в восторге от этого продукта. Так, туши для ресниц. Смотрите, у нас идет хорошее предложение, скидки на туши, их много в этом каталоге. Понятно, что лето и все пользуются. Тушь с экстремальным объемом, очень большая пушистая кисть. Вот она здесь нарисована, но она очень огромная. Водостойкая тушь. У нее будет вот такая кисточка. Вот такая, смотрите, очень удобная. 5 в одном. У меня обычная, там будет просто водостойкая, но вы ее ничем не смоете, кроме специального средства для снятия водостойкой косметики. Имейте в виду. Тушь с двойным эффектом. Тоже очень интересная тушь. У нее может быть вот как вы вот так можете вынимать кисточку, то есть вот большой вариант. А можете вынимать сверху, и тогда будет снимается много туши, остается там в самой туше. И будет удлинение. А если вы вот нижнюю часть открываете, то идет объем. Видите, как много туши. А если мы закрыли через верх вынимаем, то мало туши, как будто другая кисточка абсолютно. Но так это работает. То есть кому-то нужно больше удлинить, кому-то больше надо объем сделать. То есть она классно работает. У нас карандаши-подводки для стрелочек, чтобы рисовать стрелки. Отзывы на них хорошие. Поэтому можете смело тоже заказывать, если любите такие вот механические карандашики. Я же люблю либо просто подводкой красить стрелки. Мне очень нравится подводка, поэтому у меня сейчас карандаши только я беру, когда вниз хочу какой-нибудь сделать дизайн. Зелененькие, вот у меня есть карандашики, золотистые такие, мне нравятся. Дальше для бровей. Вот, это самый лучший продукт для бровей, который я пробовала в своей жизни. Здесь есть тоненькая кисточка, есть три варианта цвета. Первый, второй, третий. Видно, что они все разные, но, в общем-то, я когда крашу брови, то я могу за один раз всеми попользоваться. Где-то посветлее, где-то затемнить, где-то поярче. Это самый лучший набор, который я пробовала в жизни, потому что он делает такие красивые брови и стойкие, то есть он не стирается, и пышность в бровях появляется, объем. Самый лучший вариант, вот, честное слово. Есть еще вот такая тушь для бровей, у меня старый вариант, сейчас я вам покажу. Кисточка будет практически такая же, то есть я не заметила отличия, когда новую тестировала. То же самое, видите, да, тушь. Очень удобная, чтобы причесать брови, уложить их, придать объем, и такой, знаете, эффект пышности появляется. Серия Норхен, тоже обновленный каталог вышел, я, кстати, недавно его полистала, там есть что выбрать, прям интересные новые варианты украшений, тоже отдельный каталог, можете найти на сайте и посмотреть его. Уход за лицом. Меня часто спрашивают, а как подобрать уход? Ну вот смотрите, во-первых, по возрасту можно посмотреть. Во-вторых, что вы хотите? Если у вас кожа сухая, то вам надо брать все, что увлажняющее. А это, конечно, серия Королевский бархат. Это однозначно увлажнение, питание. Для молодой кожи, у кого появляются первые возрастные проблемки, прыщики, воспаление на лице, то, конечно, Пурскин. Аппарат Skin Pro Sonic 3 в одном, это просто моя любовь в моей жизни. Вот такой вот аппарат, большой, красивый. Мы нажимаем, он работает.
Выключаем. Идет смена, очень удобная смена насадок. Их всего три. Моя любимая массажная насадка. Так, мы вставляем. Просто вибрация. То есть нет вращательного движения, идет вибрация. За счет этого классный массаж получается. То есть мы расслабляем мышцы, снимаются зажимы, спазмы, и за счет этого получается кожа омолаживается, лучше проникают крема в кожу. Поэтому я массаж это делаю достаточно часто, но не каждый прям день, но бывает периодами, что я каждый день начинаю делать, потом перерыв какой-то по мере необходимости, еще по желанию. Серия Novage, очень люблю эту серию, сама сейчас пользуюсь как раз вот серией Экологен. Полную всегда беру серию целиком, чтобы был и очищающий этап для глаз, сыворотка, ночной, дневной крем. И есть здесь дополнительная серия Novage Procuticals, как, например, вот, сыворотка с пептидами для упругости. Смотрите, есть маски дополнительные из биоцеллюлозы. Серия для взрослой кожи. Далее листаем уже серия для более молодой кожи. Skinergize, то есть кому нужно именно, чтобы сияние кожи появилось, румянец. Вот моя серия коллаген, это мелкие мимические морщины, все разглаживаются прям как утюжком. У кого падает овал, да, вот для контура, для лифтинга, то серия Ultimate Lift. Для борьбы с пигментацией, чтобы выровнять тон кожи, бриллианс. Для чувствительной кожи серия. И здесь идет уже тоже дополнительное средство, обновляющий пилинг. Кстати, классный пилинг, на 20 минут на ночь делаем, смываем, только на следующий день нельзя загорать. Шикарный крем-скульптор для шеи и декольте, роскошный крем, вот просто роскошный. Ой, у меня уже тут все перемазано. Он такой в виде геля, его надо вот прям небольшое количество, он так хорошо распределяется по коже, легко впитывается, и на шее кожа, как она, к сожалению, быстро стареет, но вот за ней нужен уход. Если кожа очень сухая, то вам нужен эмульсия, эссенция, увлажняющая эссенция для лица. А если вы хотите прям дать мощное питание коже, то возьмите вот такой микс масел, там 6 ценных масел в этих вот капсулах, рыбках, и вам будет такое шикарное питание, увлажнение кожи, что просто восторг. Также для здоровья и красоты омега-3. Омега-3 это вот незаменимые жирные кислоты. Пребиотик, у кого проблемы, да, там с кишечником, меня, кстати, постоянно выручает. Есть у нас напиток специальный омолаживающий. Масло для управления эмоциями, детский wellness, витамины отдельно в баночках, а есть также, они еще идут у нас в коробочках, вот wellness мужской. Мужской Novage, уходовая серия, да, здесь можно вот как по отдельности посмотреть, так и целую серию. Нажимайте на стрелочку и смотрите видео. Будет очень, кстати, удобно. Астаксантин, даже забыла, как называется, кстати, астаксантин со скидкой. Но у меня есть, я в запас брала себе 3 баночки, перед повышением успела брать. Сыворотка с 10% витамином С. Вы только посмотрите, как она сделана. То есть здесь посерединке порошочек, вы берете флакончик, всего их в наборе 4, нажимаете на клапан верхний, прорывается порошок, то есть он высыпается в сыворотку, смешали и наносите на лицо. Один флакон на 7-8 дней как раз хватает, чтобы вот это просто фантастика, какое становится лицо красивое. И wellness — это серия для здоровья, для того, чтобы поддержать организм, чтобы он у нас долго служил, чтобы наладить все процессы в организме. У нас wellness каждый день в нашей семье. Мы пьем витамины дополнительные. Сейчас кальций баночку как раз жую. А сейчас у нас идут ароматы. Про ароматы я вам уже говорила, что их надо дегустировать, потому что все мы настолько разные. Кому-то нравится один аромат, другой его понюхает, скажет, фу, какой кошмар. А кто-то, да, вот равнодушен останется, поэтому заказывайте пробники как мужских, так и женских ароматов и дегустируйте, потому что это будет самый лучший вариант. Серия для того, чтобы сохранить свежесть на весь день. У нас есть дезодоранты, спреи шариковые, есть, кстати, еще в
в виде крема, но я вот больше всего люблю шариковые. Есть парфюмированные, как мужские, так и женские, тоже можно под свой аромат посмотреть, может быть, и дезодорант есть такой же одноименный. И смотрите, есть специальное предложение: если ваш заказ в каталоге на 2000 рублей, то набор дезодорант шариковый и аромат Glacier за 799 рублей. По-моему, крутое предложение. И также аромат Эльве тоже за 799 рублей. И завершает обзор последняя обложка, и тут у нас всегда распродажа, какая-то большая-большая скидка. И нам предлагают щипчики для того, чтобы подкрутить реснички, чтобы они были более изогнутые и красивые. Стойкий маркер-подводка для глаз в виде фломастера, буквально очень удобно, кстати, пользоваться. Я раньше постоянно заказывала и с удовольствием именно им делала стрелки. И тушь с эффектом гипнотического взгляда, классная тушь, всего 249 рублей, я только ее не захватила, хотя она у меня тоже есть, очень классная тушь. Кстати, вот кто-то, если сравнивает, какую взять, 5 в одном или эту, ну и та, и другая очень хорошая, я могу запросто этой накрасить потрясающие реснички и 5 в одном. Надеюсь, вам этот обзор будет полезный, и вы воспользуйтесь какими-то моими рекомендациями, чтобы заказать себе продукцию, и она была в использовании и не стояла на полочке. Смотрите, сейчас мы с вами попробуем вот это все размазать. Видите, где побольше лежало, еще как-то там растирается, а это все впиталось. Не сдвинуть брови, будут на месте. Помада, давайте начнем. Кушон, он очень жирненький, мягенький, растекается. Эта помада у нас тоже, как видите, да, 5 в одном ультракремовая, спокойно размазывается. Это у нас помада гелевая Giordani, тоже она не стойкая. И последний вариант — это та помада, которую я вам сказала, что она будет хорошо держаться и не отпечатываться на маске. Как видите, она прям с трудом кое-как вот съезжает, но при том, что она очень хорошо останется на губах. Все, теперь точно все. Спасибо вам большое. Я пойду отмывать свою красоту. До новых встреч. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. И если есть какие-то у вас истории, что вы пользовались, что-то понравилось или не понравилось, тоже пишите. Мы все время читаем, смотрим, и благодаря вам уже тоже лучше узнаем продукцию Oriflame. Всего доброго, пока-пока.